А терпение украинцев меж тем кончилось. Во Львове активисты сотни самообороны начали бессрочную акцию против высоких цен на газ для населения. Пока пикет не очень большой, но организаторы обещают вскоре собрать там сотни и даже тысячи митингующих. Тут есть список. На этот час там 83 человека, кто не согласен с этими ценами. У каждого есть адрес и телефон. У всех большие претензии ко Львовгазу. Это собрано за 3-4 часа. Если постоять 2-3 дня, тут будут тысячи подписей и тысячи людей. Активисты принесли к офису Львовгаза автомобильные покрышки и разожгли костер. Полиция пока не вмешивается. Возможно, соглашаются, что у людей есть основания для протеста. В прошлом году цены на газ для населения повысились в 3 раза. Киевское правительство делало это, чтобы получать новые кредиты от Международного валютного фонда. А уже на 1 апреля запланировано очередное повышение цен на газ для украинцев.